Эх, классно было в 90-х. Я так не думаю. Почему? Ну смотри. Ну, мне-то что? Я все это плохо помню. Зато прекрасно помню, что играло из каждого чайника. Эту музыку можно по-разному охарактеризовать. Попса, техно, музыка для сельских дискачей, но суть одна. Все эти песни были очень похожи между собой, и у меня есть на этот счет одна гипотеза. Скорее всего, в России было только два компьютера, и один из них был у Сергея Жукова. В наше время компьютер есть почти в каждом доме, по крайней мере, он должен быть у тех, кто сейчас смотрит это видео. Если вы, конечно, не смотрите его в метро через плечо на чужом планшете, тогда вы вообще не должны слышать, что я говорю. Вся прелесть сегодняшнего выпуска состоит в том, что нам не понадобятся какие-то особые умения, чтобы сочинить такую музыку. Все, что нам нужно, это компьютер и на нем какая-нибудь программа, в которой можно там извлекать звуки и так далее. Для начала надо сочинить какую-нибудь легкую, запоминающуюся мелодию, которая будет звучать у вас в голове, пока вас бьют городские, если вы деревенский. Или бьют деревенские, если вы городской. Короче, вас все равно побьют, это же 90-е. Я вот 4 часа подряд слушал группу «Руки вверх», вдохновился и написал вот это. Собственно, это практически все. Под это дело подгоняем 3 аккорда. Добавляем простые самые барабаны и бас, чтобы качало. И получается примерно так. Осталась еще одна немаловажная деталь. Так как это все-таки песня, то там будут как бы припевы и куплеты. И между ними надо делать переходы. А я заметил, что в попсе 90-х все эти переходы делались единообразно во всех песнях. И, возможно, это и есть ключ к тому самому звучанию, и я его как раз подобрал. Он звучит так. Вот так он звучит. Это звук нарастающего малого барабана или типа того. И в этом есть какая-то магия. Теперь нам осталось сочинить текст. В то время ценились тексты о простых явлениях, понятных каждому. О дружбе, любви, измене, весне. Короче, я попытался проникнуться всеми этими настроениями и написал кое-какой текст. Давайте уже послушаем, что получилось. Ночи дожди, неужели у нас все уже позади? Ну что же ты ушла от меня, я грущу. Хотя я говорил, никуда не пущу. Теперь тебя целует кто-то другой. Ну что же ты ушла, не осталась со мной. А он страшный и злой, и воняет еще. Он подарки дарил и слова говорил. А я бедный студент, у меня денег нет. Но тебя я любил, а его я засал. Ну что же ты ушла, от меня я грущу. Хотя я говорил, никуда не пущу. Теперь тебя целует кто-то другой. Ну что же ты ушла, не осталась со мной. Ну что же ты ушла, от меня я грущу. Хотя я говорил, никуда не пущу. Теперь тебя целует кто-то другой. Ну что же ты...